Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодняшняя лекция – это седьмая лекция на втором курсе русского сектора лечебного факультета. Тема лекции – топографическая анатомия верхней и нижней конечностей, деление на области, особенности их сосудисто-нервного пучка, мышцы и фасции конечностей, фасциальные влагалища, клиническое значение мягких тканей, закономерности Пирогова, фасциальных влагалищах, сосудов и нервов. Значит, я старший преподаватель кафедры анатомии человека и медицинской терминологии, доктор философии по медицине Керимзаде Гюльнара Илхангзе. Значит, таким образом, верхняя конечность, мембрум супериор, состоит из плечевого пояса или надплечья, и свободной части верхней конечности, к которым относятся плечо, брахиум, предплечье, антибрахиум и кисть манус. Надплечье включает четыре области: подключичную область, регия инфраклавикулярис, лопаточную область, регия скапулярис, дельтовидную область, регия дельтоидея, и подмышечную область, регио аксиллярис, подключичная область, регио инфраклавикулярис. У худощавых людей в этой области выделяется подключичная ямка, ямка Моррингейма. Границами подключичной области является сверху ключица. Медиальная граница проходит по наружному краю грудины. Снизу она ограничивается линией, которая проходит по третьему ребру у мужчин. У женщин она соответствует верхнему краю молочной железы. Латеральная граница проходит по переднему краю дельтовидной мышцы. Здесь располагается сулькус дельтоиде пекторалис. Это месторасположение латеральной подкожной вены руки, вена цефалика. Рассмотрим теперь комплекс мягких тканей в подключичной области. Таким образом, кожа тонкая. Подкожная жировая клетчатка хорошо развита, особенно у женщин. В верхней части подкожной клетчатки располагается нервис супраклавикулярис от шейного сплетения. На остальном эти нервы располагаются непосредственно под ключицей. На остальном протяжении иннервация осуществляется за счет передних и латеральных ветвей верхних межреберных нервов, нерве интеркосталис. Поверхностная фасция, она образует связки, подвешивающие молочную железу. Называется она лигаментум суспензориум маммари на промежутке от ключицы до верхнего края молочной железы. Далее идет собственная фасция, грудная фасция, фасция пекторалис. Расщепляется на два лиска, поверхностные и глубокие лиски, которые образуют влагалище для большой грудной мышцы, musculus pectoralis major. От собственной фасции отходит толщу большой грудной мышцы отроги, который делит эту мышцу на три части. Это ключичную часть, грудино-реберную часть и брюшную часть. Но эти пучки потом соединяются и прикрепляются к гребню большого бугорка плечевой кости. Сверху фасция пекторалис, она прикрепляется к ключице. С медиальной срастается с надкосницей грудины. Латерально она переходит в фасцию дельтоидея, фасцию аксиллярис. А снизу она переходит в фасцию, покрывающую переднюю зубчатую мышцу. Так, за глубоким лиском собственной фасции находится субпекторальное пространство, которые, передняя граница которой соответствует глубокому лиску собственной фасции, а задняя граница соответствует фасции клавио пекторалис, то есть ключично-грудной фасции. В этом пространстве находятся глубокие сосуды и нервы. Значит, к ним относятся артерия торацко-кромиалис. Так, это артерия является первой ветвью подмышечной артерии. От нее отходят три ветви. Ramus pectoralis для кровоснабжения большой грудной мышцы.
а также рамус акромиалис и рамус дельтоидеис, которые направляются в соответствующие области. Пасты клави пекторалис образует футляр для малой грудной мышцы, вот она, треугольная мышца, а также для подключичной мышцы, musculus subclavius. Она содержит отверстие для пропуска вот вена цефалика латеральной подкожной руки. Она прободает эту фасцию и открывается в подмышечную вену. Так. К нервам этой области относятся нерви пекторалис, медиалис и латералис, то есть это грудные нервы, которые отходят от надключичной части плечевого сплетения и участвуют в иннервации большой и малой грудной мышц. Так. Далее у нас идет лопаточная область, называется регио скапулярис. Рассмотрим теперь границы лопаточной области. Верхняя граница, она соответствует линии, соединяющей акромиальный отросток с осистым отростком седьмого шейного позвонка. Латеральная граница, она соответствует линии, вертикальной линии, которая проводится через основание акромиона вниз. Нижняя граница, она соответствует горизонтальной линии, которая проходит через нижний угол лопатки, а медиальная граница, она соответствует медиальному краю лопатки. Так, кожа, она плотная, подвижность ограничена. Поверхностная фасция делит подкожную клетчатку на слои. Она дает отроги, которые прикрепляются, с помощью которых она прикрепляется кожи и подлежащей собственной фасции, и поэтому этим обеспечивается ограниченность подвижности этой области. Значит, под собственной фасцией располагаются мышцы в два слоя. Поверхностный слой образует трапециевидная и широчайшая мышцы спины, а глубокий слой, вот на слайде они показаны, они представлены собственными мышцами лопатки, к которым относятся надостная мышца, musculus supraspinatus, подостная мышца, musculus infraspinatus, малая круглая мышца, musculus teres minor. Эти мышцы, они окружены собственной фасцией. Собственная фасция этой области, она прикрепляется к краям лопатки, а также кости лопатки. И поэтому здесь образуется два костно-фиброзных, значит, ложа. Это надостное и подостное. Надостное ложе, оно образовано надостной ямкой и надостной фасцией. В ней располагаются надостные мышцы. Подостное ложе образовано дном, значит, подостной ямки, а также собственной фасцией. Она содержит подостную мышцу и малую круглую мышцу. Что касается сосудов и нервов этой области, в надостном ложе располагается артерия супраскапулярис, надлопаточная артерия. Она отходит от щитошейного ствола подключичной артерии, направляется в надостное ложе, располагается над поперечной связкой лопатки, затем огибает ось лопатки, переходит в подостное ложе, и таким образом она анастомозирует с артерии циркумфлексис капла, которая отходит от подлопаточной артерии, артерия субскапулярис от подмышечной артерии, артерия аксиллярис, а также анастомозирует с глубокой ветвью поперечной артерии шеи и таким образом образуя лопаточную коллатеральную сеть, которая имеет важное значение при повреждениях и тромбозах подмышечной артерии выше уровня отхождения от нее подлопаточной артерии. Из нервов, значит, нужно отметить нервус супраскапулярис, то есть одноименный нерв. Он также отходит от плечевого сплетения. Из подмышечной впадины направляется сюда, в это ложе. Проходит через отверстие на одноименном, то есть одноименное отверстие, образованное вырезкой лопаткой и верхней поперечной связкой. Участвует в иннервации мышц собственных мышц лопатки.
Так. Дальше у нас вот на слайде представлена липома лопаточной области. Так, подмышечная область называется регио аксиллярис. Границами подмышечной области являются спереди и сзади нижние края мускулус латиссимус дорзи и мускулус пекторалис майор, то есть спереди мускулус пекторалис майор, а сзади мускулус латиссимус дорзи. Медиальная, значит, условная граница, проведенная через эти нижние края мышц, которая проходит на третьем ребре грудной клетки. А латеральная граница соответствует линии, соединяющей эти края только на внутренней поверхности плеча. После того, как мы ограничили эту область, теперь рассмотрим комплекс мягких тканей. Так, значит, кожа, она тонкая. Затем следует подкожная жировая клетчатка, в которой подкожной жировой клетчатке находятся поверхностные кожные нервы. Это нерви брахиалис и значит, плечевые нервы, а также нерви брахиалис интеркосталис. То есть это нервы, которые имеют двойной источник. То есть эти нервы, первый источник от плечевого сплетения, а второй источник от верхних грудных нервов с первой по третье. Нервус интеркосталис брахиалис осуществляет, значит, иннервацию этой области. Далее у нас идет, значит, фасция, собственная фасция. Вот у нас подкожная клетчатка выражена. В коже отмечено. В коже этой области содержится множество потовых и сальных желез, воспаление которых приводит к развитию фурункулов и гидродинитов. Собственная фасция, она в центре подмышечной впадины истончается. То есть это место для пропуска сосудисто-нервного пучка. А по краям она утолщается. В том месте, когда она переходит на фасцию клавио пекторалис, образуется связка, называемая лигаментом суспензориум аксилля. То есть связка, поддерживающая подмышечную впадину. Это связка и обеспечивает форму подмышечной ямки. Так, далее, под собственной фасцией располагается клетчатка подмышечной области. Так, вот здесь на слайде представлена форма подмышечной впадины. То есть она имеет форму усеченной пирамиды, основание которой направляется вниз, а то есть верхушка направляется наверх, и здесь она ограничивает промежуток между ключицей и первым ребром. Через этот промежуток проходит артерия твена аксиллярис, пучки плечевого сплетения, а также располагается клетчаточное пространство. Подмышечная полость имеет четыре стенки. Передняя стенка образована большой и малой грудными мышцами. В пределах передней стенки рассматривается три треугольника. Это ключично-грудной треугольник, грудной и подгрудной треугольник. Обычно в пределах этого треугольника определяет топографию артерия аксиллярис. То есть, соответственно, треугольникам артерия аксиллярис отдает ветви. В первом отделе, значит, треугольника клавио пекторалис отходит, значит, артерия торацко-акромиалис, как мы отметили выше. Вот здесь на слайде показан сосудисто-нервный пучок подмышечной области. Вот показана подмышечная вена и подмышечная артерия. Вот. Подмышечная артерия также окружает подключичная часть плечевого сплетения. Латеральнее от нее находится латеральный пучок. Медиальный – медиальный пучок. Спереди – срединный нерв, а сзади – задний пучок.
Таким образом, в первой части отходит, значит, артерия торацкая акромиалис, которая делится на рами пекторалис, рами акромиалис, рами дельтоидеус, а также артерия торацика супрема, наивысшая грудная артерия. Во втором отделе от нее отходит артерия торацика латералис, то есть латеральная грудная артерия. Ее сопровождает длинный грудной нерв, нерус торацикус лонгус, тоже от плечевого сплетения. Так. В третьем отделе, вот здесь они показаны, это значит ветви. В третьем отделе, то есть тригоном субпекторали, от нее отходит артерия, вот указана подлопаточная артерия субскапулярис, которая делится на две конечные ветви. Продолжением является артерия торацко-дорзалис, задняя грудная артерия. А вторая ветвь – это артерия циркумфлексия скапула, то есть артерия, огибающая лопатку. В этом же отделе от артерии аксиллярис отходит артерия циркумфлексия хумери антериор и хумери постериор, которая направляется в сторону хирургической шейки плечевой кости, анастомозирует и участвует в образовании артериальной коллатеральной сети, которая кровоснабжает плечевой сустав. Так, на слайде показано трехстороннее отверстие. Границами трехстороннего отверстия является сверху мускулус субскапулярис, а также мускулус терес минор. Нижней границей является мускулус терес майор. Так, а латеральной границей является капут лонгум, мускулус трицептис брахии. Через это отверстие проходит артерия et vena circumflexia scapula. Четырехстороннее отверстие, то есть по раме квадрилатерум. Обращаем внимание, что верхние и нижние стенки они одинаковые. Верхняя стенка является мускулус teres minor, нижняя стенка это мускулус teres major. Медиальной стенкой является капут лонгум, мускулус трицепс брахии, а латеральная стенка – это область хирургической шейки плечевой кости. Содержимым четырехстороннего отверстия является артерия циркумфлексия гумери постериор, это нервус аксиллярис, то есть подмышечный нерв, который проходит через четырехстороннее отверстие, являясь ветвью плечевого сплетения. Он после выхода направляется под дельтовидное пространство. Артерия циркумфлексия хумери постериор, она анастомозирует артерия циркумфлексия хумери антериор и участвует в образовании коллатеральной артериальной сети. Что касается подмышечных узлов, лимфатических подмышечных узлов этой области, то они сгруппированы в 5 таких групп. Некоторые из них располагаются соответственно стенкам подмышечной впадины. Здесь вот отмечены под номером 1 это верхушечные лимфатические узлы, под номером 2 это узлы, располагающиеся на передней стенке подмышечной впадины, это грудные лимфатические узлы. Среди этих узлов нужно особо отметить узел Зоргиуса. Он располагается под большой грудной мышцей, является сторожевым лимфатическим узлом, так как поражается самым первым метастазами рака молочной железы. Далее вот здесь под номером 5 отмечены центральные подмышечные лимфатические узлы. Номером 3 это задние, то есть подлопаточные лимфатические узлы, располагающиеся на задней стенке подмышечной впадины. Под номером 4 это латеральные, то есть плечевые лимфатические узлы. Например, вот при панорициях, флегмонах происходит увеличение подмышечных кистей, происходит увеличение лимфатических узлов. Так. Далее у нас идет дельтовидная область, регио дельтоидея. Дельтовидная область соответствует топографии дельтовидной мышцы. Верхняя граница, она соответствует месту начала дельтовидной мышцы, то есть она начинается от наружной ости лопатки, от акромиона, от наружной третьей ключицы. Вот верхняя граница проходит по этой линии. Нижняя граница, она соответствует линии, соединяющей нижние края, мускулус пекторалис майор и мускулус латиссимус дорзи,
То есть она приблизительно соответствует уровню прикрепления дельтовидной мышцы. А передние и задние края, она соответствует краям этой мышцы. Кожа этой области толстая. Подкожная клетчатка выражена, особенно в надакромиальной части дельтовидной мышцы. Иннервация происходит за счет ветвей nervus axillaris, а также nervus cutaneus brachiolateralis superior, тоже являющийся ветвью подмышечного нерва. Следует отметить здесь поддельтовидное клетчаточное пространство, хорошо выраженное поддельтовидной, значит, мышцей. Так, и вот здесь в дельтовидной мышце располагается, значит, артерия, то есть nervus axillaris с его ветвями. Далее переходим на свободную часть верхней конечности. Свободная часть верхней конечности включает плечо, предплечье и кисть. Плечо ограничивается, верхняя граница проходит по круговой линии, то есть она линия, соединяющая нижние края большой грудной мышцы и широчайшей мышцы спины, а нижняя граница проходит примерно по линии на два поперечных пальца выше надмышелков плеча. Двумя вертикальными линиями, которые проводятся через надмышелки плечевой кости, область плеча делится на переднюю область и заднюю область плеча. Передняя область плеча. Кожа, значит, она тонкая, особенно в медиальной части. Под кожно-жировой клетчатки располагаются основные венозные стволы. Это вот здесь они представлены. Это латеральная подкожная вена руки, вена цефалика, которая располагается в sulcus bicipitalis brachii. Потом она переходит в sulcus deltoidei pectoralis и открывается подмышечную вену. Здесь же иннервация кожи, то есть подкожные клетчатки, находятся кожные нервы. В верхней части располагается nervus cutaneus brachii superior lateralis от подмышечного нерва, а в нижней части располагается nervus cutaneus brachii lateralis inferior от лучевого нерва. В медиальной части располагается вена базилика, медиальная подкожная вена руки. Так, а ее сопровождает nervus cutaneus brachii medialis. Фасция, значит, брахиалис, то есть собственная фасция, она образует футляр, окружает, значит, мышцы плеча, и от нее к плечевой кости отходят две перегородки, медиальные и латеральные перегородки, которые делят, значит, область плеча на передние и задние фасциальные ложи. Передние фасциальные ложи, то есть стенками является спереди фасция брахиалис, то есть собственная фасция, а сзади плечевая кость с межмышечными перегородками. Передняя фасциальная ложа включает, значит, musculus coraco brachialis, это musculus, значит, bicipitalis brachii, то есть это в верхней части, а также в нижней части двуглавую мышцу плеча и плечевую мышцу. С внутренней стороны сначала кулевообидной плечевой мышцы, а затем двуглавой мышцы плеча на всем протяжении в фасциальном футляре, образованной медиальной межмышечной перегородкой, располагается основной сосудисто-нервный пучок области, то есть артерия брахиалис, сопровождающая ее вены и nervus medianus от плечевого сплетения. Так, задние фасциальные ложи ограничены спереди плечевой костью с перегородками, а сзади собственной фасцией. В заднем фасциальном ложе располагается трехглавая мышца плеча, то есть все три головки. Это длинная, медиальная и латеральная головки, а под ней располагается лучевой нерв и глубокая артерия плеча. Таким образом, к основному сосудисто-нервному пучку области плеча относится плечевая артерия, артерия брахиалис,
который располагается в медиальной борозде двуглавой мышцы плеча. Так, ее сопровождает одноименные вены парные. На расстоянии примерно медиальнее от плечевой артерии, на расстоянии примерно в 1 см находится локтевой нерв, нерус ульнарис. Вот он. Так, здесь также располагается нерус мускулокутанеус, то есть мышечно-кожный нерв, который прободает мускулус кораку брахиалис. Затем он располагается между двуглавой мышцей плеча и плечевой мышцей вниз, и затем прободает фасцию и становится поверхностным, образуя латеральный кожный нерв предплечья. Так, дальше. Что касается области локтевой области, вот здесь задняя область. На слайде задней области располагается, как мы отметили, лучевой нерв, вот нервус радиалис, а также ее сопровождает глубокая артерия плеча. Оба, значит, сосуд и нерв располагаются в плечемышечном канале, образованной лучевой костью и трехглавой мышцей плеча. Так, локтевая область локтя, сверху она, значит, верхняя граница проходит примерно на расстоянии 2 поперечных пальца выше надмышников плеча, снизу на 2 поперечных пальца ниже, значит, надмышников плеча. Двумя вертикальными линиями тоже, которые, значит, проходят через надмышки плечевой кости, область локтя делится на переднюю и заднюю области. Передняя область локтя, то есть кожа, она тонкая, она соответствует сгибательной поверхности локтевого сустава. В пределах локтевой области выделяют локтевую ямку, фосса кубити. На слайде отмечены его границы этой ямки. Значит, сверху она ограничивается плечевой мышцей. Так. А медиальная граница, вот она, проходит по круглому, пронатору, мускулус пронатор терис. А латеральная граница проходит, значит, ограничивается плечи лучевой мышцы, мускулус брахиорадиалис. Дно образует также мускулус брахиалис. В локтевой ямке артерия брахиалис делится на лучевую и локтевую артерии. Имеет значение также, вот здесь на слайде показаны борозды, латеральная борозда двуглавой мышцы, медиальная борозда двуглавой мышцы, где располагается вот основные венозные артериальные сосуды и нервы. Вот среди венозных стволов нужно отметить вену цефалика, вот, располагающуюся поверхностно подкожной клетчатки. Также вену базилика с медиальной стороны. Следует отметить здесь среднюю вену, срединную вену предплечья, вена медиана антибрахии, вот, которая делится на ветви анастомозирующие с вены цефалика, с вены базилика. Здесь следует отметить подкожные нервы, поверхностные. Среди них нервус кутанеус антибрахии латералис, являющийся продолжением мышечно-кожного нерва. С медиальной стороны нервус кутанеус антибрахии медиалис, являющийся кожными нервами плечевого сплетения. Артериальную сеть локтевого сустава, в образовании которого участвуют, верхние и нижние локтевые коллатеральные артерии, которые анастомозируют с возвратными артериями и образуют локтевую артериальную сеть, которая участвует в проснабжении локтевого сустава. Задняя область локтя. В этой области следует отметить место прикрепления трехглавой мышцы плеча к локтевому отростку, где в этом месте располагается синовиальная сумка бурса анканеус. Затем переходим на область предплечья. Значит, область предплечья ограничивается сверху, то есть верхняя граница проходит на 2 поперечных пальца ниже
надмышелка в плечевой кости. А нижняя граница, она соответствует основанию шеловинных отростков. Значит, в локтевой и лучевой кости. Вертикальные линии, которые соединяют, значит, шеловинные отростки локтевой и лучевой костей с надмышелками плечевой кости, делит область предплечья на переднюю и заднюю. Переднюю область, значит, предплечья сейчас рассматриваем. Значит, в коже, ну, тонкой, особенно в медиальной части. Затем следует подкожная клетчатка. В подкожной клетчатке, как мы отметили, располагаются венозные стволы, вена цефалика и вена базилика, соответственно, латеральная и медиальная подкожная вена руки. Также нервы, nervus cutaneus antebrachilateralis, nervus cutaneus antebrachimedialis. Далее, значит, идет собственная фасция, фасция предплечья, фасция антибрахи, которая является продолжением плечевой фасции. Под фасцией располагаются мышцы передней области предплечья. Мышцы передней области предплечья располагаются в 4 слоя. Поверхностный слой, то есть первый слой, образует следующие мышцы. Первый – это мускулус пронатор терис, круглый пронатор. Далее идет плечелучевая мышца, мускулус брахиорадиалис. Далее располагается лучевой сгибатель запястья, мускулус флексо карпирадиалис, отмечаем. Длинная ладонная мышца, мускулус пальмарис лонгус. И локтевой сгибатель запястья, мускулус флексо карпиульнарис. Это первый слой мышц предплечья. Далее идет у нас второй слой мышц предплечья. Ее образует поверхностный сгибатель пальцев, мускулус флексу дигиторум суперфициалис. Далее идет третий слой. Так, ее образует глубокий сгибатель пальцев, так, мускулус флексу дигиторум профундус, вот здесь вот отмечено, а также длинный сгибатель большого пальца, мускулус флексу полицис лонгус. Четвертый слой образует квадратный пронатор. Значит, мускулус пронатор квадратус. Нужно отметить, что между третьим и четвертым слоями мышц передней группы предплечья располагается клетчаточное пространство Пирогова, имеющее практическое значение, так как это пространство является потенциальным местом распространения гноя на кисть. Почему? Потому что нижняя стенка этого пространства соединяется непосредственно с каналом запястья, и поэтому распространение гнойных процессов может перейти на кисть. И она может это пространство вмещать до 250-300 мл эксудата. Что касается сосудисто-нервного пучка, область передней области предплечья, то они образуют 4 основных сосудисто-нервных пучка, которые располагаются в соответствующих бороздах передней области предплечья. Первый сосудисто-нервный пучок образует лучевая артерия и сопровождающая ее поверхностная ветвь лучевого нерва. Лучевая артерия, вот показана на слайде, артерия радиалис, она является одной из конечных ветвей артерии брахиалис. Она в верхней части предплечья располагается между круглым пронатором и плечелучевой мышцей. Затем она проходит вниз на уровне средней и нижней трети предплечья. Она располагается между мускулус брахиорадиалис и лучевым сгибателем запястья. На границе с передней областью запястья лучевая артерия располагается под сухожилием длинной мышцы, отводящей большой палец, и сухожилием короткого разгибателя большого пальца. Переходит на тыл кисти. На тыле кисти он располагается в области анатомической табакерки. То есть это углубление, образованное между сухожилиями длинной мышцы, отводящей большой палец, и короткого разгибателя большого пальца с одной стороны, а с другой стороны это сухожилие
длинного разгибателя большого пальца. То есть вот это углубление на слайде отмечено, выделяется как область анатомической табакерки. Что касается второго основного сосудисто-нервного пучка, это у нас локтевой сосудисто-нервный пучок, в состав которого входит локтевая артерия, являющаяся также ветвью плечевой артерии. Ее сопровождают вены, локтевые вены, а также локтевой нерв. На всем протяжении локтевой нерв располагается медиальнее, то, что вот видно, локтевой артерии. Локтевая артерия и вена нерва, они переходят на кисть и располагаются в локтевом канале запястья. Далее, третий основной сосудисто-нервный пучок образует срединный нерв, нерус медианус и сопровождающая ее артерия. От передней межкостной артерии срединный нерв располагается между поверхностным сгибателем пальцев и глубоким сгибателем пальцев верхней части. А ближе к дистали он уже переходит поверхностно, располагаясь между поверхностным сгибателем пальцев и лучевым сгибателем пальцев, то есть занимает более поверхностное положение, и поэтому в этой части подвержен травмам. И, наконец, четвертый сосудисто-нервный пучок образует передняя межкостная артерия, вены и нерв, которые располагаются непосредственно на межкостной перепонке. Вот на данном слайде показаны проекции артерии. Вот под номером 1 это проекции срединного нерва и плечевой артерии на уровне локтевой ямки. Второй это точка деления плечевой артерии под номером 2. Под номером 3 это линия срединного нерва. Под номером 4 линия лучевой артерии поверхностной ветви лучевого нерва, что мы об этом уже говорили. И пятая линия локтевой артерии нерва средней и нижней трети предплечья. Что касается задней области предплечья, границы мы уже об этом сказали. Кожа более толстая, прочная, нежели на передней области. В подкожной клетчатке располагается венозная сеть, которая представляет собой сеть ветвей вен, которые открываются, вены, располагающиеся на передней области предплечья. Что касается мышц задней области предплечья, они располагаются в двух слоях. Это поверхностный слой и глубокий слой. Поверхностный слой образует следующие мышцы, они представлены на слайде. То есть к ним относятся длинные и короткие лучевые разгибатели запястья, musculus extenso carpiradialis longus et brevis. Дальше идет у нас разгибатель пальцев, extenso digitorum. Следующая мышца это разгибатель мизинца, musculus extenso digiti mini. И, наконец, локтевой разгибатель запястья, то есть musculus extenso carpi ulnaris. Далее у нас идет глубокий слой, представлен на слайде. К ним относится мускулус супинатор, мускулус аддуктор поллицис лонгус, об этом мы уже говорили, мускулус экстенза поллицис бревис, мускулус экстенза поллицис лонгус, это мускулус экстенза индицис. Они составляют глубокий слой задней области предплечья. Что касается некоторых клиники, затронем клинику поражения некоторых нервов. Например, симптом свисающей кисти или тюленевая лапа. Это у нас происходит при поражении лучевого нерва. То есть что здесь преобразуется, какая клиника. То есть при этом больному не удается разогнуть кисти и пальцы. Сила сжатия кисти при этом ослаблена, супинация предплечья, отведение большого пальца, разгибание пальца в основных фалангах невозможно.
Вот так выглядит клиника при поражении лучевого нерва. Что касается поражения локтевого нерва, в этом случае мы говорим о симптоме когтеобразной кисти. При этом, значит, происходит, то есть отсутствует сгибание фаланг 2 и 5 пальцев, дистальных фаланг 3, 4, 5 пальцев, при введении 5 пальца наблюдается атрофия межкостных червообразных мышц и мышцезащелений 5 пальца, гипотенор. Утрачивается чувствительность на ладонной поверхности 5 пальца, локтевой поверхности 4 пальца. Так. При поражении срединного нерва наблюдается клиника, называемый симптом обезьяной кисти. То есть при этом упадает чувствительность на ладонной поверхности 1, 2, 3 и прилегающей половине 4 пальца, то есть соответственно иннервации. Невозможно противопоставление 1 пальца. Появляются трофические расстройства, то есть сухость, похолодание кожи, шелушение, синюшность. Атрофируются мышцы переднего отдела предплечья и мышцы возвышения большого пальца. То есть невозможно согнуть руку в кулак, большой и указательный пальцы при этом остаются разогнутыми. Теперь мы рассмотрим область кисти. Значит, имеет две поверхности. Это ладонную поверхность и, значит, тыльную поверхность. В области запястья дистальный отдел предплечья. Он утолщается и образует так называемую связку, кольцевую связку, которая имеет два отдела. Это удерживатель изгибателей на ладонной поверхности и удерживатель-разгибатель на тыле кисти. Под удерживателем сгибателей имеется три костно-фиброзных канала. Первый канал называется лучевой канал запястья, через который проходит сухожилие лучевого сгибателя запястья. Через канал запястья или туннель канала проходит синовиальное влагалище. Медиально располагается синовиальное влагалище сгибателей пальцев, то есть со 2 по 5 пальцы. Причем синовиальное влагалище, которое направляется в сторону мизинца, она достигает до основания дистальной фаланги, а со 2 по 4 пальцы они прерываются на уровне середины пястных костей. Отдельно латерально располагается синовиальное влагалище длинного сгибателя большого пальца. Вот они вот представлены. И причем она тоже доходит до основания дистальной фаланги большого пальца. А поверхность нее располагается срединный нерв, нервус медианус. Что касается иннервации области ладони, то в иннервации участвуют три ладонные ветви срединного нерва и одна ладонная ветвь локтевого нерва, общие пальцевые вены ладонные, которые делятся на собственные пальцевые нервы. Что касается, значит, артериальных дуг, то непосредственно под ладонным апоневрозом располагается поверхностная дуга arcus palmaris superficialis, поверхностная ладонная дуга. Поверхностная ладонная дуга образуется в результате анастомоза поверхностной ветви лучевой артерии с концом локтевой артерии. А под сухожилиями сгибателей пальцев располагается глубокая ладонная дуга arcus palmaris profundus, которая образуется за счет анастомоза конца лучевой артерии с глубокой ветвью от локтевой артерии. Эти дуги располагаются по отношению друг к другу параллельно. Что касается тыльной поверхности, кисти, то под удерживателем разгибателя ретинакулум экстензориум располагается 6 костно-фиброзных каналов. Через первый канал, вот эти влагалища, через первый канал проходит сухожилие, влагалище сухожилия, длинная мышца, отводящая большой палец,
и короткого разгибателя большого пальца. Через второй канал проходит влагалище, сухожилие длинного и короткого лучевых разгибателей запястья. Через третий канал проходит сухожилие длинного разгибателя большого пальца. Через четвертый канал проходит разгибатель пальцев, а также разгибатель указательного пальца. Через пятый канал проходит разгибатель мизинца, а через шестой канал проходит, значит, локтевой разгибатель запястья. Располагается в этой области мускулус интероси дорзалис, а также мускулус лумбрикоидис. Теперь мы рассмотрим топографию нижней конечности. Нижняя конечность, мембрум инфериус, состоит из следующих областей. Из ягодичной области, из области бедра, колена, голени и стопы. Ягодичная область, регия глутеалис. Кожа ягодичной области прочная, хорошо выраженная, значит, подкожная жировая клетчатка. В подкожной жировой клетчатке располагаются ягодичные нервы, нервис клинии superioris medii et inferioris. Это задние ветви поясничных и крестцовых нервов. А также, значит, подкожной клетчатке располагаются сухофиброзные волокна, которые идут от поверхности вглубь. И при этом также вот по этим перегородкам возможно распространение гнойных процессов от поверхности вглубь. Далее у нас идет, значит, ягодичная фасция, фасция глутея. Она, значит, прикрепляется сверху к гребню подвздошной кости, а снизу она переходит в фасцию лата. Медиально прикрепляется она к крестцу и копчику. Так, мышцы ягодичной области располагаются в три слоя. Поверхностный слой, то есть первый слой, образует большая ягодичная мышца, мускулус глутеус максимус. Пучки этой мышцы идут сверху вниз, снутри к наружу, сзади наперед и прикрепляются к большому вертелу, значит, бедренной кости. В области прикрепления большого вертела имеется, значит, сумка, называется бурса субкутанея трохантерика, то есть подкожная вертельная, значит, сумка. Тоже имеет большое практическое значение при сокрытии гнойно-воспалительных процессов при неправильной постановке внутри мышечной инъекции. Под большой ягодичной мышцей располагается подъягодичное клетчаточное пространство. Так, нужно отметить также, что подъягодичное клетчаточное пространство имеет сообщение. Мы сейчас про это скажем. Через над- и подгрушевидные отверстия она сообщается с областью малого таза. По ходу седалищного нерва сообщается с задней областью бедра. Под, значит, шелью, под сухожилием, значит, большой круглой этой ягодичной мышцы сообщается с передней областью бедра. Так, дальше второй слой мышц составляет, значит, несколько мышц. Это, значит, вот здесь сверху, значит, у нас идет средняя ягодичная мышца, мускулус глутеус медиус. Далее идет у нас грушевидная мышца, мускулус периформис. Дальше идет у нас верхняя близнецовая мышца, мускулус гемелус супериор. В сухожилии внутренняя запирательная мышца, мускулус обтураторис интернус. Нижняя близнецовая мышца, мускулус гемелус инфериор. И квадратная мышца бедра, мускулус квадратус феморис. То есть между фасцией, покрывающей среднюю группу мышц ягодичной области, и глубоким диском формируется подъягодичное клетчаточное, значит, пространство. Что касается надгрушевидного и подгрушевидного отверстия, надгрушевидное отверстие располагается между, вот, над верхним краем грушевидной мышцы. Через это отверстие проходит верхний, то есть
ягодичный сосудисто нервный пучок, то есть к ней относится артерия глутея супериор, вена глутея супериор, а также верхний ягодичный нерв, нерв глутея супериор. Так, подгрушевидное отверстие, форамен инфрапирифоме, оно, значит, располагается между грушевидной мышцей и вырезкой, значит, то есть связкой лигаментом сакроилиадика. И здесь у нас располагается, выходит из полости таза самый крупный нерв это организма человека, это седалищный нерв. Дальше у нас артерия, сопровождающая седалищный нерв, являющаяся ветвью внутренней половой артерии. Внутренняя половая артерия, значит, вена и половой нерв. Все эти, значит, весь сосудисто-нервный пучок, он проходит через подгрушевидное отверстие. Так, область бедра. Верхняя граница, значит, область бедра сверху ограничивается паховой связкой. С нижней границы проходит на 4 см выше основания надколенника. Наружная линия проходит по линии, соединяющей переднюю и верхнюю подвздошную ось. Вот. Также с латеральным надмышелком бедра. А медиальная граница, она проходит по линии, которая соединяет нижний край лобкового симфиза с медиальным надмышелком бедра. Значит, с помощью этих двух вертикальных линий область бедра делится на переднюю и то есть бедро делится на переднюю и заднюю области. Что касается кожи, то есть комплекса мягких тканей, кожа тонкая. Подкожная жировая клетчатка, она разделена по висками поверхностной фасции. Поверхностной фасции образуется влагалище для поверхностных сосудов и нервов. К поверхностным сосудам, вот здесь на картинке видно, относятся поверхностные ветви бедренной артерии. Это артерия циркумфлексия илиака суперфициалис, а также артерия эпигастрика суперфициалис. Это артерия пуденда экстерна, которая направляется в соответствующие области. Их сопровождает перечисленные артерии, сопровождает одноименные вены. Так, дальше. Что касается, значит, нервов, то иннервация передней области кожи осуществляется кожными нервами. Вот здесь я вас показано. Это нервус femoralis anterior, то есть это передние кожные нервы от, значит, ветвей бедренного нерва, а также латеральный кожный нерв бедра. Вот здесь они указаны. Вот. А здесь указано, значит, сейчас мы про это скажем, про бедренный треугольник мы сейчас скажем. Бедренный треугольник или скапов треугольник имеет верхнюю границу, которая соответствует паховой связке. Латеральной границей является портняжная мышца, а медиальной границей является большая приводящая мышца бедра. Основание треугольника вращается наверх, верхушкой вниз. В бедренном треугольнике располагается бедренная вена, это самая медиальная располагается. Далее идет у нас бедренная артерия и бедренный нерв. Так, вот здесь нам представлена широкая фасция бедра. Собственно, фасция бедра называется фасция лата. В области бедренного треугольника фасция лата, она в пределах, значит, имеется вот такая овальная шель. Эта шель вот здесь тоже указана. Нет. Так, хиатус, значит, называется подкожная шель, хиатус сафенус. Через эту шель проходит вот большая подкожная вена ноги, открывается в бедренную вену. Вот. Она ограничивается серповидным краем латеральной марго фальсиформис, который переходит в верхний и нижний руб. Корну супериор и корну инфериус. Так. Здесь я хочу отметить также вот в области
медиальные бедренные вены, под паховой связкой и тазовой кости. Здесь у нас имеется две лакуны. Лакуна – это сосудистая лакуна. И у нас имеется мышечная лакуна. Сосудистая лакуна, она границами ее является, значит, спереди паховая связка, сзади гребенчатая связка, а медиальная лакунарная связка. Латеральная – это подвздошно-гребенчатая дуга, которая делит это пространство на две лакуны. А мышечная лакуна, она передней границей является паховая связка, сзади тазовая кость, а медиальная подвздошно-гребенчатая дуга. Через нее проходит мускулус илиопсоис и нервус феморалис, бедренный нерв. Так. Что касается собственной фасции, фасции лата, то она отдает три межмышечные перегородки, это которые прикрепляются к линии аспера бедренной кости. Это, значит, внутренняя, задняя и латеральная межмышечные перегородки, которые делят мышцы бедра на три фасциальные ложа, на передние, медиальные и задние фасциальные ложа. Вот, значит, передние фасциальные ложи располагаются четырехглавая мышца бедра и портняжная мышца. Так, задняя фасциальная ложа. Сейчас мы рассмотрим задние области. Медиальная, значит, в фасциальном ложе располагается приводящая мышца бедра. То есть это длинная приводящая, большая приводящая мышца, тонкая мышца, а также малая приводящая мышца бедра. Значит, они занимают медиальное фасциальное ложе. Так, что касается, вот здесь они указаны, вот эти мышцы, вот передние, а здесь медиальные приводящие мышцы. Что касается задней области бедра, то опять-таки верхняя граница, она проходит по ягодичной складке, что составляет нижнюю границу ягодичной области. Нижняя граница, она проходит на расстоянии 4 сантиметра выше основания пателла. Внутренняя граница, она проходит по линии, соединяющей медиальный надмышелок с симфизом, а наружная граница проходит по линии, соединяющей наружный надмышелок бедра к спиноиляка anterior superior. Кожа задней области тонкая, подкожная клетчатка расположена толстым слоем. Поверхностных ветвей кожные нервы, то есть это ветви, кожные нервы, nervus cutaneus femoris posterior, а также nervus cutaneus femoris lateralis. А здесь же следует отметить также вена фемора поплитея, анастомоз между вена сафена магна и вена сафена парва. Вот здесь, значит, отмечены нервы, nervus иннервация, значит, кожи. Вот у нас в данном случае показан задний кожный нерв бедра, а также седалищный нерв, который выходит из-под грушевидного отверстия и направляется в заднюю область бедра, располагающуюся между мышцами задней группы бедра. Так, мышцы, это у нас латерально располагается двуглавая мышца, мускулус бицепс феморис, вот она. Медиально располагается мускулус семитендинозус и семимембранозус. Что касается сосудисто-нервного пучка, значит, это первое, нервус исхиадикус. Вот он показан, седалищный нерв. Он в верхней трети бедра, лежит к наружу от седалищного бугра. В средней трети седалищный нерв располагается под длинной головкой двуглавой мышцы бедра. А в нижней трети он располагается между двуглавой мышцей, а также между мускулем полуперепончатой мышцей. У верхнего угла, значит, подколенной ямки, седалищный нерв делится на большеберцовый и общий малоберцовый нервы. Nervus tibialis и nervus peroneus communis. Что касается артерий этой области, это прободающие артерии. Артерия перфорантес, отбедренная, значит, артерия, в количестве от 2 до 4, идут ближе к бедренной кости и срастаются с сухожилиями приводящих мышц. Что касается основного сосудисто-нервного пучка, то, что вы вот видите здесь,
он выходит через нижнее отверстие приводящего канала. Значит, приводящий канал или Гунтеров канал, он, значит, имеет три стенки и три отверстия. Стенками приводящего канала, вот на слайде отмечено, является, значит, латеральная, это вот здесь отмечено, медиальная подкожная, медиальная широкая мышца бедра. Это латеральная граница. Медиальная является длинная и большая приводящая мышцы, а спереди в верхней части она покрыта портняжной мышцей, а в нижней части, вот здесь показано, это межмышечная перегородка, лямина вастадуктория, так, и имеет приводящий канал три отверстия, верхнее, переднее и нижнее отверстие. Через верхнее отверстие бедренная артерия, вена и подкожный нерв заходит приводящий канал. Переднее отверстие приводящего канала или Гунтерова канала, да, находится на сухожилии большой приводящей мышцы, вот hiatus tendineus. Через переднее отверстие выходит нисходящая ветвь, значит, бедренной артерии, а также подкожный нерв, nervus saphenus. Что касается нижнего отверстия, так, оно ограничено вот сухожилием большой приводящей мышцы, но через нее выходит бедренная артерия вена в область подколенной ямки и переименуется на подколенные сосуды, то есть подколенные артерии, подколенная вена. Точнее, вена заходит из подколенной ямки через нижнее отверстие в приводящий канал, а артерия выходит, значит, в подколенную ямку. Здесь вот отмечены мышечные и сосудистые лакуны. Вот. В случае образования бедренной грыжи, вот здесь она показана, образуется, значит, у нас бедренный канал. Но в норме, конечно, бедренный канал не существует. Стенками, значит, бедренного канала, сейчас мы отметим здесь, является таким образом спереди. Значит, бедренный канал, то есть он находится в медиальной части, то есть медиальные бедренные вены, то есть бедренное кольцо впоследствии будет являться глубоким кольцом бедренного канала. Так, спереди, сначала отметим и стенки, спереди бедренное кольцо ограничивается паховой связкой, сзади гребенчатой, медиально-лакунарной, а латеральной бедренной веной. Значит, ограничиваем бедренное кольцо. В случае образования бедренных грыж, это, значит, область fovea femoralis переходит в глубокое кольцо бедренного канала. Поверхностное кольцо бедренного канала, оно находится на уровне подкожной шеи, которая находится в широкой фасции бедра. И вот hiatus saphenus. А латерально он ограничивается серповидным краем. Значит, между ними формируется бедренный канал. Значит, передней стенкой является вот поверхностный листок широкой фасции, то есть серповидный край, и верхний рог серповидной края, то есть вместе с паховой связкой. Наружная — это бедренная вена, а сзади — это глубокий листок широкой фасции, это фасция пектинеус. Длина канала колеблется в пределах от 1 до 3 сантиметров. Так, вот здесь на слайде демонстрируются, значит, сосуды и нервы бедра. Так, вот в данном случае область бедра показывает. Поверхностные, значит, большая подкожная вена ноги, вена сафена магна. Вот. А это вот у нас отмечается hiatus saphenus, посредством которой большая подкожная вена ноги открывается в бедренную вену, а это поверхностные притоки, значит, большой подкожной вены ноги. А это у нас паховые лимфатические узлы.
располагающийся в этой области. А это, значит, у нас основной сосудистый нервный пучок, располагающийся в бедренном треугольнике. Бедренная вена, бедренная артерия и бедренный нерв. Так, теперь переходим к следующей области. Это область колена. Теперь отграничиваем область колена. Значит, верхняя граница, она проходит на расстоянии 4 см выше основания надколенника. Нижняя граница проходит на уровне бугристости большеберцовой кости, туберозитас тибия. Наружные – это вертикальные линии, значит, проходящие через задние края мышелков бедренной кости. С помощью этих вертикальных линий колено делится на переднюю область и заднюю область. Что касается передней области, то кожа она плотная, подкожная клетчатка представлена тонким слоем. Поверхностная фасция имеет сумку бурсосинавиалис инфрапателлярис, это препателлярис субкутанея. Так. А собственная фасция, она является продолжением широкой фасции бедра. Какие мышцы располагаются в этой области? Ну, здесь располагается мускулис квадрицепс феморис, то есть четырехглавая мышца бедра, которая переходит к лигаментам пателла. А в медиане располагаются мышцы, которые участвуют в образовании гусиной лапы. Это сухожилие мышц. Значит, сарториус, портняжные мышцы, грацилис и семидендинозус, то есть тонкой и полусухожильные мышцы. Так. А что касается синовиальных сумок, опять-таки здесь располагается бурса инфрапателларис профунда между лигаментом пателла и туберозис тибия, а также бурса препателларис субтенденея между тендо мускулис квадрицепс и надкостницей. Выше пателла под тендо мускулис квадрицепс располагается бурса супрапателларис. В этой области выраженная коллатеральная артериальная сеть, в образовании которой участвует нисходящая коленная артерия, артерия descendens genus от артерии femoralis. Здесь участвует также ramus descendens артерия circumflexa femoris lateralis, артерия perforantes, а также все ветви подколенной артерии, это артерия genus superior lateralis, артерия genus superior medialis, артерия genus медиа, артерия генус инфериор медиалис, это латералис, а также возвратная ветвь артерия тибиалис антерия, которая участвует в образовании коленной артериальной сети, питающей коленный сустав. Задней области колена является подколенная ямка, фосса поплитея. Она имеет ромбовидную форму. Сверху она ограничивается сверхколатеральной двуглавой мышцы бедра, изнутри семимембранозус, семитендинозус, а снизу головками икроножной мышцы. Под коленной ямки располагается подколенная артерия, вена и большеберцовый, значит, нерв. Нервус тибиалис, артерия и вена поплитея. Область голени. Значит, верхней границы области голени следует, она проходит по линии, которая проходит через туберозитас тибия, то есть через бугристость большеберцовой кости. Внизу она это соответствует круговой линии, проведенной через основание лодыжек. Медиальной границей является внутренний край вот, большеберцовой кости, вот она. А латеральной границы – это борозда между большеберцовыми, малоберцовыми мышцами и камбаловидной мышцей. Теперь рассмотрим комплекс тканей передней области голени. Значит, кожа передней области она тоньше, чем в других отделах. Значит, поверхностная фасция выражена хорошо, образует футляры для двух поверхностных вен. Это медиально для подкожной вены ноги, большой подкожной вены, а также ветвей подкожного нерва, нервус софенус.
Собственная фасция, фасция крурис, хорошо выражена и в переднем отделе имеет две межмышечные перегородки, переднюю и заднюю. И благодаря этому в передней области голени имеются два костно-фиброзных ложа. Это передние и латеральные. Передние костно-фиброзные ложи располагаются, вот здесь мышцы они показаны. Это передняя большеберцовая мышца. Дальше у нас идет разгибатель пальцев. А глубоко располагается разгибатель, значит, длинный разгибатель большого пальца. Вот. Между мышцами располагается передняя большеберцовая артерия с двумя сопровождающими венами. Вот на слайде показана передняя большеберцовая артерия. Так. Вот. А также глубокий малоберцовый нерв, нервус фибулярис профундус, сеоперинеалис профундус. Что касается латерального ложа, то здесь заключены длинная и короткая малоберцовые мышцы. Так, в ложе латеральных мышц из подколенной ямки проникает общий малоберцовый нерв. Вот здесь он показан, общий малоберцовый нерв. Нервус перинеалис коммунис, который делится на глубокий, значит, нервус перинеалис профундус и поверхностный малоберцовый нерв, нервус перинеалис суперфициалис. Вот. Они переходят на переднюю область голени. Что касается задней области голени, то в этой области кожа тонкая, подвижная, подкожная жировая клетчатка выражена умеренно. В ней проходят ветви, опять-таки, латерального и медиального подкожного нерва икры. Вот она, нервус суралис, образует нервус суралис. Вот. Так. Дальше. Поверхностные фасции. Собственная фасция. Она участвует в формировании заднего фасциального ложа. Она ограничивается спереди берцовыми костями, то есть большеберцовой и малоберцовой межкостной перепонкой. Латерально ограничивается задней межмышечной перегородкой малоберцовой костью, медиальной собственной фасцией большеберцовой костью и сзади собственной фасцией голени. Что касается, значит, сосудисто-нервного пучка области голени, то здесь следует отметить, что между мышцами задней области вот, находятся задние большеберцовые сосуды, показанные на слайде, и большеберцовый нерв. Эти образования проходят между глубоким и поверхностными слоями мышц в голено-подколенном канале, канале скрура под плитеус, который является продолжением подколенной ямки. Так, здесь вот мы сейчас продемонстрируем сосуды и нервы. Значит, у задней области голени. Здесь отмечается малая подкожная вена ноги, вена сафена парва. Они берут начало и большая подкожная, и малая отыльная венозная сети. Так, она поднимается, ну, здесь большая подкожная вена. Вот. И в отличие от большой подкожной вены, малая подкожная вена ноги, она прободает подколенную фасцию и, значит, открывается в подколенную вену, вена поплитея. Так. Стопа, она имеет две поверхности, тыльную поверхность и подошвенную поверхность имеет. На тыльной поверхности, значит, под кожей располагается сухожилие разгибателей пальцев. Так. Под ним находится тыльная венозная артериальная сеть, а также с которой берут начало вот, большая и малая подкожная вены ноги, которые рассмотрели выше. А что касается подошвенной поверхности, вот здесь мы отметим вот тыльную венозную сеть.
Вот. А дистальнее находится тыльно-венозная дуга, которая также принимает участие в описанной выше сети. В нее впадают пальцевые вены, вены дигиталис, дорзалис, педи, и они впадают в тыльную венозную сеть. Так, что касается артерий, то на тыльной поверхности стопы располагается артерия дорзалис педи, которая является продолжением передней большеберцовой артерии. Здесь она делится на медиальные латеральные предплюсневые артерии и на дугообразную артерию, артерию аркуата, а также на подошвенную ветвь рами плантарис профундус, глубокую подошвенную ветвь, которая анастомозирует с глубокой подошвенной дугой. Что касается подошвенной поверхности стопы, то кожа здесь прочная, малоподвижная, собственная фасция утолщается, образует подошвенный апоневроз, который представлен продольными и поперечными волокнами. Начинаются они от пяточного бугра и делятся на 4-5 пучков, которые прикрепляются к головкам плюсневых костей. Под подошвенным апоневрозом располагается подошвенная дуга. Вот. Вот так. Она глубокая подошвенная дуга. Значит, здесь продолжение задней большеберцовой артерии является, значит, делится на две подошвенные артерии. Артерия плантарис медиалис, это артерия плантарис латералис. Здесь, значит, ее сопровождает одноименные, значит, вены. Это основной сосудисто-нервный пучок. Это артерия et vena plantaris medialis lateralis, а также их сопровождают одноименные нервы. Nervus plantaris medialis и nervus plantaris lateralis. Что касается теперь основных, значит, закономерностей, которые были сформулированы Пироговым, то они выглядят следующим образом. Значит, три основных принципа образования, то есть построения влагалищ сосудов и нервов. Первый принцип это состоит в том, что сосудистые влагалища образованы, вот здесь вот они отмечены, волокнистой соединительной тканью и характеризуются значительной прочностью. Это первый, значит, принцип. Второй принцип заключается в том, что на конечностях сосудистые влагалища образованы за счет удвоения глубоких лесков мышечного фасциального ложа. Вот. И третий принцип. Сосудистые влагалища имеют треугольное поперечное сечение. Вот они. Основание этого треугольника обращено к поверхности тела, а вершина к близлежащей кости. Эти три принципа были сформулированы выдающимся ученым Пироговым и поэтому носит его название. Наша сегодняшняя лекция подошла к концу. Желаю вам удачи. До скорой встречи в аудиториях нашей кафедры.